Челы, заходите на стримы. Такс. Wise Man, я его назову. Такс. Ну давайте посмотрим, какие тут классы есть. Тут куча классов в этом моде, да? В прошлый раз мы из-за какого-то около нищего проходили. У друида полно спелов не на суммон. Давайте Deranged Hermit тогда возьмем. Попробуем за него. Можно, кстати, усложняющую тему взять. Вот Ashen Pendant удаляет пассивный реген. Но какой смысл? Понижает ваше ХП на 75%. Понижает весь ваш урон на 75%. Жестко. Давайте, наверное, ветку просто возьмем. Такие себе дары, если честно. С веткой у нас хотя бы стрелять не будет гигант. Его ждут великие дела. Пора подняться из этой могилы. Кожа цвета кабачковой икры. Ты неправильную кабачковую икру ел. Кабачковая икра обычно оранжевая, по-моему, да? Ядрить тут как ярко, господи Иисусе. Обалдеть. Так, ну давайте сразу посчитаем, что у нас вообще есть. Торн в Rapid Кудгел какой-то. Скилл Варкрай, вот такая вот мошоночная дубина. Бьет она, кстати, магией чисто. 116 плюс 77 урона магии. Да. Magic Affinity, Magic Strong. То есть, смотрите, здесь палки еще дают какой-то буст к разным типам магии. Вот это палка к магии, именно к магическому типу урона, стронг имеет, скажем так, прибавку. К огню среднюю, к тьме слабую, к физической слабую, понял? И доспехи здесь тоже имеют, кстати говоря, всякие сет-бонусы, эффекты. Вот, например, мой доспех накладывает 20 магического урона при роле, то есть я могу перекатами убивать врагов, ничего себе. Ага, то есть покрываешь тело всякими острыми шипами, повышая защиту и нанося урон любому ближайшему противнику, когда ролл. То есть это персонаж чисто для прохождения роллами, походу, перекатами. Чисто можно перекатами хуярить. Длится 60 секунд, понял. Восстанавливает ХП и СП медленно в течение 120 секунд. Ну понятно, вот такой вот бафчик. Давайте Карпасю наложим. Ёлки-палки. Вот это, блядь. Вайс 3. Я убил мужика перекатами. Обалдеть. Слушайте, а разве не в этом моде здесь две ящерицы? Если здесь две ящерицы, то это Anal Fisting. Не, вроде одна. То есть я чисто перекатами могу, да? Отход. И 280 урона. Кстати, урон мое почтение от перекатов чисто, смотри. Берешь там. Давай силовую. Ой, хорошо. И добил. На ежичах. Титанит скилл. Ой, хорошо, зашла камбушка. Magic Urn 5 штук. Что-то я не вижу, кстати, регена ХП от Регроуса. Он вообще работает? Ну-ка, погоди. А, ну вообще, да, работает. Вот, ХП регенец. Видимо, я не до конца его в прошлый раз наложил. Реген маны здесь у всех. Собака. Ну давай. Собака, это жестко. Ух, переехал. Не доедай, пожалуйста, пес. Дай похилиться. Отлетаешь. Ух ты, ничего себе, тут куча всего появилось вокруг сразу. Soul of Watchdog, Hollow Remains. Берем костерчик. Не помню. А, это походу с усложненными версиями босса, что ли, посражаться или что-то типа того? Или снова перепройти боссов, чтобы добыть с них? Да, Resurrect Watchdog of... Да.
Это, видимо, перепрохождение боссов, чтобы добыть с них еще разок душу, чтобы можно было пересоздать какие-то штуки. Спасибо, Томас Вайт, за 10 месяц огромное. Меня попустил бомж. Добро пожаловать в Dark Souls, он говорит. Welcome to the Dark Souls. И пошел ты. Мужики, вы что охраняете здесь? Знаете, идея, конечно, играть перекатами прикольная, но что-то меня в ней отталкивает. Вот есть небольшая какая-то нотка, которая, кажется, отталкивает от такого прохождения. Можно перекатами, мне кажется, его затроллить. Здорово, Слечи. Тролль, 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 ил. Тролль, 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 тролль. Сука, это имба. Это просто имба. Учигатана мастер Атайр. Так, хорошо. Его сет выпал. Нормас. Так, тут, кстати, вот смотрите, сразу неписи, да, которые продают всю эту тему. Hello. If the spells, I presume. У них даже озвучка появилась, ничего себе. If you have the souls for it. Обалдеть. Итак, что продает? Essence Strike. Стреляйте маленькой. Маленьким магическим прожектайлом в врагов, который наносит урон и высасывает ХП. Звучит как имба. Полнейшая причем. Living Flame Arc. Добавляет 80 магического урона вашему оружию в правой руке на 60 секунд. Можно призвать Ред вот такого вот. Смотрите, смотрит прямо. Из портрета. Маленького ядовитого Реда. Можно еще гончую призвать, собаку. Так, ну давайте вот это купим. Так, надо поставить спельщик, наверное. Попробовать, да? Давайте вместо Карпаси, наверное, поставим себе вот эту темку. Реген оставим на всякий случай, а вот эту штуку возьмем. Uncaedled Warriors. Ну-ка, это что такое? Это, по-моему, Ковенант. У меня, кстати, Ковенант... Студенты дракона. Студенты дракона в чате есть? Что дает? Повышает максимальное количество маны на 3%. А Uncaedled Warriors физические атаки. Оружие на 5% повышает. Понял. А, смотрите, здесь, кстати, специально удобную штучку сделали. Чтобы не пришлось прыгать даже. Две косточки. Ах ты маленькая. Не смей уходить. Фух, я думал она совершила побег. На секунду мне показалось, что она просто сейчас свалит в текстурке, и я не получу лут. Так, колечко, кстати, на душе. Можно сразу поставить, пока нет ничего другого. Едрит имба. Просто улетел, мужик. Нихера она еще сосет ХП. Так это имба. Я непобедим. Блади коин. Слушай, ну, походу, какой-то мы прям такой жесткий класс выбрали. За него прям хорошо в начале. Регенчик есть, высасывание есть, бёрн есть. Чё вы тут охраняли вообще? Лагард Ринг. Звучит круто и пафосно, и замечательно. Фальшион еще какой-то забрали. Чё за колечко, давайте сразу глянем. Increases equip load, increases attack. Погоди, что? То есть тем, чем тяжелее, тем будет больше урона? Это кольцо для билда Хавала? Абсолютно имба.
сэр, у вас анус вместо лица. Расходники какие выпали? Ну вот выпал какой-то шторм дебрис. Я так понимаю, что это скорее всего, возможно, штука, которая за наш ковенант фармится. Но я не уверен точно. Symbol of the Farasan Sages. Да? Hollow Remains, это я так помню, насколько я помню, это, короче, вот да, штука, за которую ты будешь обменивать какие-то хорошие титани-шарды. И, ну, с помощью них там прокачивать. Они будут просто выпадать с разных, ну, васянов, там с мини-боссов будут уже улучшенные, с боссов там будут суперкрутые выпадать и так далее. Бинокль. Ладно, побежали. Отхились. Ой-ой-ой. Мужики, не надо. Блядь. Пизда. Привет. Здорово. Здорово. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну это кончина твоя, дракон. Ну чё, дракон? Летать-то будешь? Тебя семья заждалась, не? Чё, дракон, больно тебе? Так съёбывай поскорей. Всё, дракон улетает. Так, теперь мы просто идем, собираем здесь лутецкий. Как же ты дерево будешь убивать? Ты же друид. Ну так это злое дерево, его нужно очистить. Это дерево... Знаете, как злые вот эти деревья есть? Есть энта, а есть... как они называются? Это злые, короче. Антагонисты энтов. А чё? Почему он в стену пошел? Мужик. Дамаг, конечно, качественный. Ничего не скажешь. Стоп, он умеет спускаться? А все, слишком, слишком узкий проход. Дальше дороги нет. А ты как думал? Я опять в стену пошел. Так, ладно. Еще разочек. Ты умер. 3000 душ всего дали. Окей. Ваншотная комба, я понял. Ты не так прост. Блюр какой-то HDR. Ну, я не знаю, в прошлой версии вообще в некоторых локациях было мега неприятно. Очень какое-то странная работа с освещением была. Сейчас вроде получше. Но в целом, да, здесь есть некоторый вот такой момент. Есть вот люди в чате, которые до сих пор ждут Bloodborne на ПК. Что я вот по крышам сейчас бегаю в таком освещении затуманенном. И вспомнился Bloodborne в этой снежной локации, когда ты там... Тоже по крышам бегаешь, всякие вот эти там какие-то кровососы. И в конце босс прикольный, колдун такой. Так, тут сет алхимика был, кстати говоря. Тут все на алхимика. Алхимические клинки, смотрите, вот такие были. Прикольная темка, да? Можно даже почекать, ну-ка. Skill Alchemist Finest. Throw a volley of short blades. То есть можно кидать клинки эти. А сам сет алхима что дает? Бустит удачу. Такие вот клиночки. Маленький и большой.
Ты берешь так и на L1. Танцуешь с этими клиночками. Прикольно. Можно закидать просто. Красиво. Это как атака у этого, кстати. У Фредди Крюгера, вот этого ворона, да? Который кидает тоже. Прикольно. From Ash and Abyss, your devotion leads you on to Iced Heresy. Divine Fragment. Это здесь вот можно в этом моде собрать мега-клинок из секиры, да? Кстати, по-моему, клинок-то прикольный. Он, по-моему, на интеллект. На что-то еще. Ха-ха! Ловушкер. Жакушкеры. Sacred Idol. Что-то... Кей-поперская, что ли? Upgrade Spell Tools with Lightning Affinity to plus 4. Интересно. Здравствуйте. Healing Potion. Это откуда вы достали? Выглядит как кровь из Bloodborne. Спасибочки. Нифига тут арена какая красивая. Цветочками обросла. Какие-то лепесточки летают. Просто костер. What the fuck? Сейчас качнемся, сейчас. Я правда не знаю. Я не хотел, я не знал. Я не знал, что вы красноглазый. Я реально не знал. И давайте, наверное, в ХП еще поинт. Аттюнмент, кстати, нормальная тема. Вкачать, чтобы было побольше слотов, да? Потом, правда, кольцо, наверное, какое-нибудь появится на слоты. Ну, давайте аттюнмент тоже хотя бы так чуть-чуть качаем. Нового слота пока, правда, не появилось. У тебя какой-то маг-друид, ну, типа того. Загнался. Обалдеть. Мой ебальничек остался на земле. Хил. Меня попустили. 6 дамаг просто ебейший. Он меня с одного удара, по сути, убивает. Это пиздос, блядь. Надо было все в ХП вкачивать. Если сейчас набирается ставка, то надо ее срочно закрывать, ребят. Оп. 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 А почему я не пошел к нему пиздить его? Я долбоеб. Ни хрена у него пулемет. Ладно, попиздим его отсюда. О боже. Come on, brother. Хил необходим. Да хватит, блядь. Успокойся. Это пиздец. Он трахает. Он определенно трахает. Разочек. Разочек. Ох, блядь, я умер. Как... Да это пиздец, ну он просто насрал. Какие-то гейзеры из земли ебашут. Как вообще выжить в этом аду? Так. Давай. По попе. Не попал, коробка. О боже, мне хана, да? Я умер. Я мертвец. Я мертвец. Я жив? Это чудо человеческое. Надо настрелять. Фух. Еще разок. И еще. А теперь поехали. Он лютый. Он снова дэшится. Успокойся.
Он почти сдох. Я бью по попе. И добиваю. Фух. Нормально. Видимо, спеллы зарешали в какой-то момент, во время того, как он пулеметил. О, мои души даже остались здесь. Или нет? Ну что, ребят, вы много подняли с этой ставки? Ничего себе. В каком мире мы находимся? Посмотрите, как все зелено. Правда, блюр на заднем фоне жесточайший, да? Но такое ощущение, как будто я в Зельде нахожусь. Давайте, наверное, пока в ХП вложимся еще побольше. А то, когда босс убивает за две тычки, ну, прикольно, конечно, но не очень прикольно. Плюс у меня плохо с памятью на названия всякие. О, здесь же этот чел. А нахера он здесь? Кто-нибудь в курсе? Ух, как больно. Добей просто его. Спокойно. Два мерцающих титанита. Это хорошая штука, кстати. Пригодится для прокачки уникального оружия. Так, возьмем себе бафчик. Что-то здесь еще мерцающий титанит. Blood Orb. Черепок. Sage Ring. Ого, это что за локация? Погоди, что? Там лут какой-то? Wait, what? Shorten Spell Casting Time. Хорошее кольцо, кстати, очень классное для меня. Сокращает время каста заклинаний. Что? То есть это вот так соединены локации? Я не знал никогда. То есть это мы смотрим на эту локацию, когда мы поднимаемся на лифте, там еще ковенант волка, и мы сюда идем, и тут такой дракон мертвый, и потом туда спрыгиваем вниз, и там каменножопный демон? Ну, выглядит как-то немножко по-другому, видите, вот этот вот... Подъем, нет? Может, оно не прогрузилось? В чем прикол мода? Да просто мод меняет все в игре. Ну, по сути, реально, многое меняет. В этом прикол мода. Спелл глянуть. Спелл кровавый, можем глянуть. Топор бабулин, кстати, выпал для осечения голов внучат плохих. Кстати, топор ебейший просто. Ёбнутый топор. Это алебарда. 138 темного урона плюс 102. Жесткий топор. И статов он вообще не требует. Ну-ка, погоди. Ни хрена. Может, с топором побегать пока? Смотри, какой. Раз, два, три, четыре. Вот такая штука. Бам. А что у него за спелл? Бастард курс. Какое-то проклятие призывает. Ну-ка, сейчас посмотрим. Жестко. Если ты так делаешь, то потом силовой бахаешь прям красиво. Тридцать урона. Ну, нормально, он вроде длинный зато. Атаки такие ранжовые довольно. Бабуля, дай попу. Не протився воле. О, чего? Погоди. Я настакал кровоток или что? А, у нее еще и 40 кровотока есть у алебарды. Класс. О, жесть, он заорал. Вы слышали этот крик? Какой билд примерно собираем? Да пока хз, если честно, пока не знаю. Ну пока я больше интеллект качал.
Начали за такого друида, типа. Как пойдет, еще насобираем, что понравится, так и подстроимся. Недавно начал проходить Infinite, что-то по памяти я ее лучше запомнил, по итогу задушился, жесть в этой игре, бегаешь туда-сюда, что-то хуй знает что. Ну так в целом можно описать, наверное, 90% игр. Типа, ну да, бегаешь, что-то хуй. Вот тут бегает, блядь, парнишка какой-то с булавой ебучей, с алебардой. Хуй пойми, чё, чем вообще занимается? Туда-сюда, что-то непонятно. Какие-то кастуют карпасы, регроусы. Что вообще, кадуши, блядь. Спустились, блядь, на свою голову в шорткатик. Откуда здесь чертила? Чертила с ебучим двуручным мечом. Сучка. Его поставили, чтобы таких вот... простачков ловить здесь, да, которые хотят спуститься через шорткатик. Давай, дуэль магов. Ну, у нее хп просто как у бочки. С мясом. Подожду, пока отрегенится манна. Повезло сейчас. Ау. Все, бабуля умерла. Assassin's Dead Drop. Смотрите, тут сундучок ассасинов. Продают Metallic Titanite Slab за 40 тысяч душ и Champion Remains. То есть это вот как раз мега титанит такой для зачаров каких-то. White Birch Bow. Assassin Insignia. Дают... обилки настоящего ассасина. Что? Спаунит вышки, то есть? В мире. A ring made to prove membership to the Brotherhood. True rarely used in the capacity. Дает носителю тихие шаги. Понижает урон от падения и 10% дополнительной стамины. И понижает equip load. Ни хрена себе, ну колечко неплохое, кстати. За 10 блади коинов. Кстати, 10 доп стамины это по сути дохера. Ну, то есть реально это дохера. Это получается от 100. Ну, то есть так и дастся 10 единиц стамины. А учитывая, что здесь прокачивается стамина так, что за каждый, наверное, point endurance ты вкачиваешь там плюс 2 стамины. То есть, ну, блять, это прям плюс 5 левелов по сути к стамине. Это достойно. И клава это копье каких-то там tribal guys. И название типа от звука, когда кого-то быстро пырнул ты тыкалкой. Жестко. Давайте чекнем его. Иклва. Скейл B на ловкость. Ну копье, кстати, такое почтенное довольно. Для ловкачей, для ассасинов. Смотрите, то есть такое даже копье маленькое, то есть видите? Коротенькое такое, прикольное. У него первая атака рубящая, а дальше тычковая. Ну-ка, а что за... Хидрить, нихера. Ха-ха, вот это анимация. Жестко. Костерчик стоило зажечь еще раньше. Там вот, смотрите, опять волк стоит, кстати. Куда он меня зовет, интересно? Что ты хочешь мне показать? Куда он меня байтит? Ну, такого волка в старой версии не было, это 100%. Зачем я кадушку-то оставил? Меня сейчас просто уничтожит здесь. Чихнуть хочется неподходящим. Ой, ГГ. Факел-то я не покупал, ребят. Факела нет? Факела-то нет. За что качается? Замерцающий титанит качается, блин.
То есть, видите, да? Но я, наверное, пока не буду мерцающий титанит тратить. Хотя, мне кажется, его здесь можно будет фармить где-то и покупать, возможно. Пока так побегаем. Так, надо сейчас аттюнмент вкачать, чтобы у нас дополнительный слот появился хотя бы. Макрицу купим. Да что-то неохота призывных. Но можно попробовать чисто для прикола. Если хотите. Вот у меня урона стычки сколько? С двуручной. 178. А я беру, накладываю эту штуку. 220. Нормально. Вообще неплохо так-то. Жесть, яркий, правда, свет такой. Ну хорошо, это стоит оставить. Сколько стоит? 5000 ровно. Ну давай возьмем. Yes. Это жестко, бля. Миллиард урона. Не, ну понятное дело, что она не будет. Она еще яд наложила, ебать. Ну, понятное дело, что типа. Это она против манекена так дерется. Ну, можно сейчас потестить, призвать ее для сражения, допустим, с тем скелетом, да? Ладно. Ебасосину сразу. Ну, хп у нее до хрена. И чё она стоит такая? Разъебали макрицу. Что? Мы нафармили за макрицу Блади Коэн? Абуз. Но она успела яд наложить. А, я не могу, смотрите, я могу призвать ее раз в какой-то таймер. Окей, окей, мне нравится такой подход. То есть нельзя постоянно спамить это. А какой кулдаун? Один раз за костер, да? То есть один раз за костер можно призывать в принципе какого-то миньона? Или на каждый спелл, ну, свое ограничение? То есть ты можешь, допустим, призвать за костер и макрицу, и крысу, и так далее. Ну вообще прикольно. Не, это нормально сделано. Так, и чё, колечко-то берем. 10 тысяч оно стоит, бля. 10 тысяч и 10 блади коинов. Ну, короче, это потом возьмем. Надо подкопить немножко. Обнимашки. Нормально меня обняли. Кольцо Хантера. Повышает ловкость. Но это плюс 5 к ловкости чисто. Волчар, он меня к боссу ведет, походу, да? Ты босс? Ты новый босс? Опа-на. Смотрите, там мужичара стоит. С волком. Это мод продолжает сюжет DS3? Да не знаю. Без понятия, чем продолжает. Сюжет в DS3, что? О, господи, боже мой. И вот точно такой же парнишка находится там внизу в темнице, только в клетке 2 на 2 сантиметра, блин. Парни серьезные эти ребятки, ледяные рыцари и ретила. Да он ебанутый, просто ебнутый, это создание смерти. Жесть точайшая.
Погоди, мне показалось, или в него бабуля начала фигачить? Что? У них дуэль с бабулей началась? Бабуля его ёбнула? Какого дьявола? Во, мы накопили 10 тысяч, кстати, и можем кольцо приобрести теперь. Крутяк. Че за лестница здесь? Альтернативные пути? Нет! Пощады, господин! Пиздос, урон ебейший. Так, надо походу качать оружие уже, я не знаю. Обалдеть тут, жесть. Тут походу костра точно не будет. Здесь такие шорткаты прям приделанные. Туды-сюды можно ходить. Костра не оказалось. Поэтому у нас какие варианты? Если ходить до босса, то ходить... Какое-то колечко прикольное. Ходить либо от этого костра, либо вот от костра, который там, внизу. В целом и так можно. Бустит весь fire damage на 10%. Так, я забираю Assassin's Insignia за 10 тысяч. И 10 Bloody Coins. И поставим мы, наверное, вместо Лагард Ринга. Давай вернемся. Да, вернемся, кстати, в хаб. Нам еще сжечь нужно костяшку. Чтобы больше хп восстанавливалось. То есть, смотри, этот спелл наносит такой урон. 130 и продолжительный урон. В совокупности, который наносит, ну, допустим... Ну, он прям долго действует. Ну, 371 урон, до хера. Теперь этот. 124, но мы можем сделать так. 620 урона на минус вся шкала маны. То есть минус вся буквально шкала маны за такой прокаст. Такое себе, согласен. Лучше два раза пульнуть эссенс страйком, как по мне. И будет то же самое по урону, я думаю, ну плюс-минус. Правда, два эссенс страйка не стакнутся. Нужно типа поочередно ими пулять. Окей, давай попробуем. Покажи из себя, что ты представляешь. Кто ты? Архидруид? Ага. Каймар. Реально архидруид. Жесткий. Нормальный парень такой. Гибкий. Хрена это из секиры? Ого. Понял. Пока хорошо идет. Вот это уже было нелепо. Так, дедуля, расслабься. Регроус не успею, наверное, перекастовать, как и Лавинг Флеймарк. Попробую. Успел. What the fuck? Обалдеть.
Вторая фаза? Понял. Он стал лютый. Он очень злой. У него глаза светятся, как у Иллидана. Он ебанутый. Жесть, босс крутой, конечно. Ядрить. Тройная атака. Но мы неплохо шли. Справедливости ради для такого босса. Блин, кстати, босс — мое почтение. Типа реально круто сделан. И он ощущается прям как новый босс, потому что у него мувсеты составлены из разных боссов со всех соулс-лайков, да? То есть прям хороший босс такой, крутой. Это еще что такое? Обалдеть. Блин, атаки суперские. Я снова сдох от той же атаки, что и в прошлый раз. Слишком джипейтная атака, очень опасная. То есть у нее задержка нереальная, да? Вот когда он первый раз бьет, потом задержка, и он еще бьет целых два раза. И нужно каждый раз вернуться, иначе я умру. Прямо мега опасная атака. Самая опасная из его атак, пожалуй, что. Я сбил ему переход во вторую фазу. Сейчас еще по башке. Сука, да иди нахер, сколько ударов в этой атаке. Это пиздосина. Это жестко, бля. Жесть! Прямо перед лицом щелкнул. Пизда мне, пизда, сука, мне пизда просто! Какая же пизденочка, черт побери! Ну что ж, я такой жадина. Сука. Ну надо было один удар делать. Короче, во вторую, да, во второй фазе нельзя, блядь, жадничать. Надо один удар делать после... В первой фазе можно его два раза бахнуть. Во второй фазе он уже слишком быстро становится бешеным. Он оклемается гораздо быстрее. Атака смерти. Бляха-муха, да что ж такое-то? Атака просто ебет. Кастерский трай. Один разок. Как это задоджить? Чисто кастерский трай тогда. У него просто, блядь, защитная реакция. Пизда. Я не знаю, от этого нереально увернуться, кстати. Если ты доджишь первую атаку, то ты ловишь ебалом в любом случае вторую. От этого невозможно увернуться, такое ощущение. То есть, вторая атака в любом случае попадает, у тебя не успевает отрегениться перекат. Он слишком быстро атакует. Может быть, там, конечно, нужно чуть заранее прожимать первый перекат, чтобы на последних фреймах перекатиться от первой атаки и быстрее перекатиться от второй. Но это жестко. А подождать, пока я отрегенюсь. Яйкс. Пощадите. Что за рейндж? Пизда. Я застрял, я просто застрял.
Он зажал меня своим коком, черт побери, деревянным, друидовским, гигантским лесным членом. Я не смог вылезти. Это первая фаза, мужик! Какого черта? Мы так не договаривались! Так нельзя, блядь, пугать! Беливеры в ахуе. Едрить. Да он, сука, снова меня в том же, блядь, ёбаный, в той же лощине, блядь, зажал и оттрахал. Вот в той же самой ебучей лощине. Он просто зажимает и ебёт. Грязный, блядь, старый извращенец. Блин, реально прям хорошо дожится атака, если за него. Как же круто. То есть босс абсолютно честный. Нет, только не лощина траха. Ай-яй-яй. Да нет, сука, он меня застагерил. Он меня, ну что ж, у него прям чуть-чуть остается, чуть-чуть чего-то не хватает. Так, оружие сейчас бы переделать. Пожалуйста, не приходи во вторую фазу, умоляю, умоляю, умоляю. Давай. Вот теперь можно. Я лечу и режу ему голову. Ой. Да пиздос. Да пиздос, еще меньше хп стало. Да чтоб еще и проткнул кристалл меня. Да блядь, ну когда я жить-то буду существовать? Да нет же, да куда? Пиздоська. Да нет, меня волк, блядь, снес. Волк, блядь, на скейтборде, сука, проехал. Переехал мое лицо. Повезло. Нет! Блин, вот эта атака карающая, я бы ее так назвал. Карающая атака, когда он типа подбегает, вот так подбрасывает, а потом ногой хуярит, да? Вот это самая, наверное, ну, неприятная атака, потому что она очень резкая, она очень ренжовая, и черт побери, если ты попался под первую атаку, то он тебя ногой хуярит, а это значит минус ебало. Жезенько. Жезенько. Попасться под эту атаку равно проиграть. Как говорили... Как кто говорил? По-моему, из Секиры такая цитата была. Колебаться значит проиграть. Погнали. Поехали. Обожаю ебаться с боссами 10 тысяч лет. Прям, сука, кайфую от этого. Мне кажется, у меня какие-то БДСМ наклонности, если честно, не знаю. Странно это все. О, вовремя. Ладно, хорошо, дед подловил.
срезал попу, поранил шипом. Раз, два. Ядрить. Жозенько, 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 жозенько. Ну, придется хилку завязать. У меня чуть волк, кстати, не приехал на скейтборде. Давайте. Регроу. Резать. Рубить. Дедуля, бля. А тебе оно надо? Стамина, пиздос. Под ноль чисто. Хорошо пошло. Бля, стамина просто на нулях. Нет, только не нога Кары. Киловик. Ай-я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 й
Пиздарья! Сученька! Хорошо. И каст в ебасосину. Домой. Фу, жестко. Сколько дают за архидруида нынче? 40 тысяч душ, бля. Вот это жестко. Архидруид-то такой. Сытный. Эмбер. The Conclave. Ну-ка посмотрим, давай. Ух, increases maximum FP by 5%. Allows to, for the collection of essence shards. Давайте поставим эту темку. Это как раз друидовская штука, да? Тут алтарь друида как раз появился. Блин, ну офигенный босс, если честно, прям супер крутой. Прям омега крутейший босс. Надеюсь, не единственный такой будет в этом моде. Надеюсь, в этой новой версии прямо переделали много чего и прям, ну, охуенно. Прям супер топово. Water Surge. Это жестко, это, кстати, вот смотрите, спеллы как раз. 25-25. Unleash a powerful stream of water. Essence Shatter. Release an essence crystal into the air that then falls on enemies with a massive explosion. Life Weaving. Cover your body in radiant life crystals. Жестко.
То есть тут три вот таких вот спелла, да, то есть два атакующих спелла, один бафчик. Бафчик, кстати, очень крутой. Бустит урон и защиту и медленно регенит тебя и ближайших сумонов. То есть это ебейший баф на 60 секунд. Просто must have. Корона. Волка. Понижает трату на conjurations на 6%, увеличивает магический урон на 2. Повышает FPSP Regeneration Rate. Это жестко, это прям жестко. Хороший очень такой сет. И веру, наверное, тоже начнем вкачивать. Тут спеллы, видите, какие по большей части такие. Они требуют и то, да? Так, пойдем глянем, что за душу делается, дедуля. За дедулину душу крафтится еще два спелла целых. Essence Wisps выпускает несколько арбов эссенции, которые ищут противников и высасывают хп. Но это как вот он кастовал, да, вот эти вот самонаводяшечки. И Essence Storm отправляет лайф эссенции на землю вокруг вас. То есть это такое, типа, как для ближнего импакта, походу, да? То есть вокруг тебя. Оружие какое-нибудь есть с него? Да, с него, смотрите, еще Арстер Спир. А, и посох еще? Да, еще и посох. Посох вот нам надо, походу. Погоди, а посох это оружие, это не посох, это именно оружие. Стоп, это и оружие, и посох? Что? Он и спелл баф дает, и урон. Ну не знаю, 18-18 это безумно много. Я бы виспов, наверное, сначала взял. Ну-ка. Ну их можно вот так много накастовать, и они прямо... Ну они медленно летят, но типа если их много накастовать, то будет побольше импакта, чем с той стрелки, по идее. Давай. Боль. Я испытываю боль. Я испытываю адскую боль. Ладно, ладно, давай нормально сражаться, окей. Согласен. Фростбайт он. Отдыхай. Ретил Дагер с него выпал и Hollow Remains. Red Eye Orb. Ретил Дагер это приколдесик. Так, тут какой-то NPC сражался вроде. Battle Mac Eden. Что? А вот это ты знаешь? Ультранасилие. Его еще почему-то хуярил какой-то грейретовец. Парасан, Дрейк Стафф. Грейретовцы! Тут бладборневец какой-то стоит. Блять, он вернулся сюда, сука! Да что ж творится-то такое? Нет. Ring of Favor? Стоп, так это же очень крутое кольцо, по-моему, не? Да, это имба. Это мега топовое колечко. Даже не знаю. Increases Magic Spell Damage на 5%. Что нам поменять? Вместо формовика, что ли? Давайте вместо формовика, пофигу. Нафармим и так, я думаю. Крутыш. Что-то я его попустил, как бичугана. А вот так.
Отдыхай. Вейлор Харт. Так, ладно, двигаемся дальше. Надо, наверное, в локацию, где этот находится. Луквичный рыцарь сгонять.